Всем привет! С вами Прия. Дополнение Shadowlands все ближе с каждым днем. Да, конечно, дату выхода немножко отложили, но мы прекрасно знаем, дополнение Shadowlands выйдет в 2020 году, и паниковать вообще не стоит. Скорее всего, это будет конец ноября, либо начало декабря. Дополнение допиливается, дополнение совершенствуется, это не может не радовать. Вводятся новые интересные маунты, интересные различные предметы. И сегодня мы поговорим о тех маунтах, которые даются за достижения. Достижений много, как мы знаем в этой игре, и некоторые из них дают средства передвижения. Иначе говоря, маунтов. Открываем списочек всех маунтов, нажатием в кнопки коллекции открываем вкладку транспорт, пишем простейшее слово достижения, нам будут показаны абсолютно все маунты, которые даются за достижения. Первый маунт, которого мы рассмотрим это визгун с укреплений. Визгун с укреплений дается за достижение слава рейдеру на в категории подземелья и рейды. Слава рейдеру – это достижение, которые требуют выполнения достижения на каждом боссе. В замке Нефрия 10 боссов. 10 боссов – 10 достижений в замке Нафрия. То есть, рано или поздно вы их сделаете. На какие-то ачивы немножко, наверное, придется там усилий приложить, какие-то ачивы, может быть, сделаются при мифическом убийстве босса, потому что при мифическом убийстве босса используется особая тактика и все такое прочее. Хорошая летучая мышь, бронированная. Надеюсь, у нее будет какая-нибудь интересная анимация. Ну а вот она достижение. Второй маунт дается за достижение мастер-ключей Battle for the Road первого сезона маунт под названием «Запятнанный грехом вестник смерти». Он даже не влезает в окно просмотра маунтов. Хороший элементаль, похож на ледяного шквала, но... Металлические вставки сзади, корона по центру, рубинчики, которые вставлены. Это красиво выглядит, минимум. И дым, который переливается внутри него. Анима может быть, ну что-то интересное в нем льется. Темно-зелененькое. Что такое мастер ключей? Мастер ключей это прохождение всех подземелий в сложности 15 ключа в таймер. Для кого-то достижение тяжелое, кто-то сделает в первую неделю. Кто-то не торопясь будет проходить по одному подземелью 15 в недельку и рано или поздно сделает этот ачив. Маунт будет у всех, само собой, кто посещает систему Мифик Плюс. Третий маунт это коридорный ужас дается за достижение восьмой этаж из вилистых коридоров. У нас будут этажи в торгасте, нам их нужно будет проходить, само собой. Сложность этих этажей будет меняться. Пока была активна альфа и бета, люди активно тестили торгаст, я на альфе бегал. Сложность э, саму этих этажей тоже меняли частенько. То есть, что в итоге мы будем видеть на живых серверах, при выходе а вопрос большой. То есть получается, мы сначала проходим первый этаж, нам дают очкивочку, потом 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И за восьмой этаж мы получаем замечательного маунта коридорный ужас. Коридорный ужас уникальный маунт по своей структуре. У нас будет локация под названием утроба. И в этой утробе ни один маунт не может юзаться, а коридорный ужас может. Хотя, может быть, все еще поменяют и можно будет кататься на всех маунтах в утробе. Посмотрим. Следующий четвертый маунт это костекрыл вестника смерти. Дается за достижение вестник смерти категория Мир. Аналогичный маунт, по-моему, дропается с подземелья. Но ну, окей, мы рассматриваем все-таки маунтов за ачивы. Что нам нужно сделать? Нам нужно заработать указанные достижения в режиме открытого Пвп а какие достижения вообще не сказано. То есть я кликал, я пытался релогаться, ничего не показывается. Ну, скорее всего, нужно будет сделать патрули, то есть заработать по 1000 очков чести в режиме войны в каждой локации и, может быть, еще какие-нибудь из этих достижений по типу первое испытание, первая попытка, множество испытаний Зосарга, ну и война Ковенантов. Посмотрим, посмотрим, какие в итоге ачивы нужны будут для Вестника Смерти. Но они рано или поздно сделаются, если вы бегаете в режиме вармод. Рассмотрим следующего маунта. Он тоже не влезает в экран. Ненасытный поглотитель. Дается за достижение слава героя темных земель. Слава героя темных земель это выполнение всех достижений, ну или почти всех, в подземельях актуальных. То есть вот он списочек всех ачивочек, которые нужно сделать в подземельях Shadowlands, темных земель. 24 достижения, если, конечно, я правильно посчитал. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, на 2, 24 достижения. Ждет нас 8 подземелий. В среднем по 3 достижения на каждое подземелье. Хотя боссов там от 3 до 5. То есть какие-то боссы получаются без ачивок, Окей, надо все изучать и смотреть. Маунт хорошенький, уникальный все-таки, как никак. У него свечение синенькое. Мне нравится, кайфовенько выглядит. Последний маунт, который дается. Гладиаторский. Он ну реально классный, эпический, превосходный, чудесный, элитный. Пожиратель душ грешного гладиатора. Само по себе достижение гладиатор требует рейтинга 2400 в 3 на 3 и побед 50 штучек нужно еще сделать на этом рейтинге. Решный гладиатор — это ачив, скорее всего, еще выше рангом. Я не особо шарю в PvP механиках, поэтому... Ну, как-то так, мне кажется, это все будет выглядеть. Либо просто ошибка локализации. Посмотрим в итоге, что будет на релизе. Может быть, еще поменяю требования для этого дракона. Но выглядит он очень и очень круто дымка, которая идет к его крыльев, идеально смотрится. То есть она прям подходит по духу к этому дополнению. Замечательные крылья, просто превосходные. Ну вот и все. Абсолютно все маунты за достижения показаны. Хорошие, эпические, реально классные маунты. То есть награда соответствующая. Хотя для славы рейдера могла быть какая-нибудь интереснее награда. Не просто летучая мышь, что-нибудь реально эпичнее, какая-нибудь светящаяся, может быть, или бы у нее было бы больше брони. Она представлена как-то немножко пустовато. Элементаль – классный, дракон – классный, за славу героя – тоже маунт классный, хороший. ПВПшные маунты – тоже замечательные, то есть... В принципе, дополнение Shadowlands радует нас своими маунтами, и, конечно же, мы рады тоже этому. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Дайте знать в комментариях о том, какой маунт понравился вам больше всего. Первый, второй, третий, четвертый, пятый или шестой. До скорого!